обратно. Вы негодник. Здесь. Привет, мой дорогой зритель. Сегодня мы находимся на торжественном мероприятии. Бал 2021, посвященный Константину Головкину. Почему я в таком костюме? Да знаешь, я сам не знаю. Погнали узнаем у наших участников, что они сегодня тут делают и как готовились к этому балу. Расскажите, пожалуйста, что здесь происходит? У нас сегодня практически юбилейный бал, посвященный Константину Головкину, замечательному меценату, который жил в Самарской губернии в начале 20 века, в конце 19 века. Поскольку это был очень замечательный человек, мы решили бал, в этом году будет его юбилей, и мы решили этот бал посвятить ему. Вы в качестве уважаемого человека, Головкина Константина, да. Каково это вести бал сам ГТУ? Сложновато. Хочется остаться и в образе, и при этом доносить аудитории приятную информацию, и легко понятно. Опа! Так вы спалились. Опа! В общем, на самом деле у нас не Константин Головкин, а, естественно, его протеже. Ты взвешивался перед мероприятием? Не взвешивал. А как думаешь, сколько скинул? Ну, я килограмм полтора. Плотная катка, да, все-таки. Да, плотная. Как будем разговаривать? Официально или в простом тоне? Как вы это почитаете? Я вас понял. Здравствуйте. Здравствуйте. Разрешите у вас кое-что спросить, месье? Так уж и быть, соглашусь. Где такие костюмы продаются, шьются, берутся? Такие костюмы продаются в танцевальных мастерских, в салонах, шьются на заказ. Вау! Угу. Как вы считаете, мой костюм вот подходит к атмосфере бала-то, нет? Увы, нет. Я думаю, что ни одна дама с вами не согласится потанцевать, к сожалению. Раз вы такая молодежным словом, сейчас скажем, прохаванная, то скажите мне, пожалуйста, а чем отличается бал политеха от бала аэрокоса? Бал с МГТУ – это все-таки бал семьи какой-то, такой дружного коллектива. А бал аэрокоса – это немножко пафоса, немножко… Такого. А почему мужская мода не шагала вперед в одну ногу с женской? Потому что мужчинам особо не принципиально, как они выглядят. Свежо, чисто, опрятно. И на том спасибо. Верно подмечено, мессия. В этот прекрасный выходной, предновогодний вечер, люди собрались здесь, чтобы устроить для самих себя эту замечательную сказку. Они нарядились как принцы и принцессы. Это было очень круто. Они разожгли танцпол и порадовали самих себя.